И к новостям в мире. После разрушительного землетрясения в Марокко люди боятся возвращаться в свои дома. В пострадавших районах продолжается разбор завалов. По последним данным, погибли больше 2000 человек. Еще 2500 пострадали. О том, что пришлось пережить жителям пострадавших районов, расскажет Сандугаш Байгуаныш. Хамид Бенхена и Фатима Буждик потеряли своего сына Маруана. 8-летний мальчик погиб под обломками дома. Его тело обнаружили спустя ночь после разбора завалов. Все началось в 23:00 или 23:30. Мы ужинали, я попросил сына принести нож из кухни. Он вышел и не вернулся. В тот самый момент началось землетрясение, дом начало трясти, потолок обвалился. Я помог раненой жене выбраться с остальными детьми из дома. Маруан не смог выбраться из-под завалов. Мы нашли его тело только утром под грудой обломков высотой в 2 метра. Света не было. Мы были в темноте и под слоем пыли. Мы слышали землетрясение, падение камней, стены рушились, вся деревня превратилась в руины. Землетрясение на юге Марокко стало сильнейшим за 120 лет. В стране объявлен трехдневный траур. Под ударом стихии в основном оказались деревни, расположенные вблизи гор. Ученые считают, подземные колебания были аномальными, поскольку активизировались плиты, которые раньше были слабо заметны в сейсмической активности. Необычно то, что активизировались африканские аравийские плиты. Затронут африканский континент. В Марокко никто не ожидал землетрясений. В ближайшие дни возможны еще подземные толчки на территории Северной Африки. Ученые следят, и уже просчитано количество афтершоков, когда они будут. Есть закон затухания после сильного землетрясения. Обязательно случаются афтершоки, которые наименьшей магнитуды, но бывают и сравнимые с первоначальным. Руку помощи пострадавшей стране протянули Испания, Великобритания, США, Катар, ОАЭ и Великобритания. Две команды испанских солдатов направили в Марракеш. Этот город сильнее всего пострадал от землетрясения. Свыше 60 сотрудников поисково-спасательных служб и группу медицинской экспертизы также направила Великобритания. Соболезнования и слова поддержки марокканцам поступают со всего мира. Желаю скорейшего выздоровления всему марокканскому народу, пострадавшему в результате землетрясения в дружественном и братском Марокко. Мы всеми силами поддерживаем наших братьев в эти тяжелые дни. Землетрясение в 6,9 балла произошло в Марокко вечером 8 сентября. Эпицентр находился примерно в 70 километрах от Марракеша. Эксперты полагают, что число жертв может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов. Сандугаш Байгуаныш, Хабар 24.